В Канаде главной новостью остается шокировавшее страну преступление. Стрельба в средней школе города Лалош. Вооруженный пистолетом старшеклассник убил 5. Сначала, еще дома, он застрелил 2 собственных братьев. Потом отправился в школу, где смертельно ранил еще 3 человек, включая 23-летнюю преподавательницу, единственную дочь исполняющего обязанности мэра города. Есть несколько раненых, точное число не сообщается. Известно, что 2 в больнице в критическом состоянии. Стрелок задержан, его мотивы пока не выяснены. Для Канады подобная бойня в школе – случай относительно редкий, в отличие, скажем, от США, где такие преступления приняли уже систематический характер.